существует постоянное совершенное состояние, и я существую постоянно в совершенном виде. И ничего не может произойти, кроме как понятие «время». Это тоже очень особая вещь. Что такое время? Я могу ускорить время. При каком условии? Если я существую в совершенном мире, в совершенном состоянии, только при условии, что я забочусь о других в той мере, в которой я хочу. Хочу совершенства для них в этой мере, я продвигаюсь сам. Короче говоря, эти три состояния, для чего он это пишет? Чтобы нам это было... Для чего он пишет еще что-то? Чтобы нам было яснее. Но на самом деле, кроме этого, ничего нет.